В лекционном зале музея проходит выставка «Шереметьевские усадьбы. История в фотографиях и собрание музея-усадьбы Останкино». Прошло более 100 лет со времени трагических революционных событий, после которых, казалось, русские усадьбы, их владельцы и все, что было с ними связано, ушли в небытие. Но несмотря на огромные потери, которые продолжаются до сих пор, интерес к усадьбам и их обитателям сохраняется. Об этом говорит большая популярность отреставрированных усадеб, которым посчастливилось стать музеями, и нескончаемая вереница посетителей усадебных развалин, к которым идут и идут люди. Усадьбы, которым посвящена наша выставка, постигла разная судьба. Какие-то из них стали музеями, какие-то исчезли с лица земли. Но остались фотографии и архивы, которые помогут нам окунуться в усадебную жизнь семьи графов Шереметьевых, с 60-х годов XIX века до Октябрьской революции. Особенностью усадебной жизни стала интеллектуальная среда, создаваемая собиравшимися там людьми. Многие владельцы в это время начинают осознавать архитектурную ценность своих усадеб, собранных в них коллекций предметов искусства, и создают на их базе музеи. То чувство к родине, которое унаследовано от родителей и дедов, в частности, в привязанностях к семье, сосредотачивается в том заветном гнезде, где протекала наша жизнь, где настоящее сливается с прошлым и освещает будущее, писал об усадьбах в своем очерке Михайловская граф Сергей Дмитриевич Шереметьев в 1906 году. Среди написанных им очерков немало посвящено родовым усадьбам Кусково, Останкино, Борисовка, Гавронцы, Молодой Тут, Покровская, Астафьева и, конечно, Михайловская, которую он очень любил и считал заветной семейной святыней. В фотографической коллекции музея-усадьбы Останкино сохранился образ 10 усадеб из огромного богатства семьи графов Шереметьевых. Каждая усадьба имела свое неповторимое лицо и свое высшее назначение. На фотографиях мы видим величественные парадные интерьеры вскоре после приема императорской семьи в 1856 году в усадьбе Останкино. Открытие первого в России музея Александра Сергеевича Пушкина в Астафьеве. Семейные встречи в Кускове и Михайловском. Яхты и автомобили в Ульянке. Занятия сельским хозяйством в Гавронцах. И, конечно, владельцев усадеб, семью графов Шереметьевых и их друзей. Уникальные фотографии, представленные на выставке, помогут прикоснуться к прекрасному и во многом утраченному сегодня миру русской усадьбы и разнообразной, насыщенной событиями жизни семьи графов Шереметьевых. Выставка будет работать до 26 сентября.